Мы рассмотрели достаточно большой круг вопросов, достаточно обстоятельно обсуждали и наши консульские, значит, вопросы, и пути активизации абхазо-российского сотрудничества на региональном уровне. Особое внимание мы уделили совершенствованию внешнеполитического взаимодействия наших стран, ну, в том числе в целях дальнейшего расширения наших международных позиций. Это не первые наши консультации. У нас, значит, эта практика она существует уже достаточно, значит, давно. И надо, значит, отметить, что мы имеем, значит, свои результаты.